Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Продолжаем каточку ROM 2 Total War. Качество записи звука, естественно, улучшилось. Как бы хотел выделить это отдельный момент. Спасибо моему другу Косте, который предоставил мне микрофон профессиональный. Вот, теперь качество записи будет просто, ну, просто улет. Да. Так, на чем я тут остановился? Так, в общем-то, вот наша территория. Вот я хотел начать войну с конфедерацией галов. Вот с галами нам начать войну. Но, правда, они вот здесь нас поджали, и вот здесь вот. Это не очень хорошо. Хотя можно и отхапать вот этой территории. Вы кому принадлежите? Вы вообще наши друзья, да? Подожди, вы Спарта, да? Спарта. Что-то вы как-то разместились тут не очень так удачно. Подожди, это Македония. Да, это македонцы. Вот либо против македонцев пойти, либо против вот этих пацанов. Ну, с этими пацанами будет сложнее воевать нам. А македонцев... Сейчас посмотрим, какие у них союзники. Это их не союзники? Ага. То есть спартанцы. Так, где у нас там спартанцы? Спартанцев мы сильнее. Значит, перейти против них не вариант. Кто у вас союзники? Арвены. Эти арвены, чтоб найти их тут. Арвены, ну какие-то такие мелкие, да, не особо большие, не особо нам вреда нанесут, я думаю. Хотя можно пойти против других пацанов на войну, допустим. Даже вот не знаю, против кого пойти. Вот все вроде как нужны, все вроде как разрослись там нормально. Или давайте мы пока поднимем немного наш общественный порядок в стране. Так, ну тогда завершаем ход, потому что 688 монет у нас. Или же вы можете сдать эдикт, который полностью контролирует персонажа, если есть свой навык Тутинос. Это ты Тутинос? Ты не Тутинос. А кто Тутинос? Дайте мне Тутиноса. Где он там засел тут наш? Тутинос. Ты Тутинос? Да, ты Тутинос. Чтоб тебя качнуть. Полководца можете, давай. Стоимость набора. Так же хорошо. Не, давай вот это. Чё ты там покрикиваешь? Вы кто? Мятежники. Вот вас-то, пацанов, я и хотел поймать. За этот ход хотя бы. Что-то римляне там где-то ходят, что-то вынюхивают. Ну, вроде пока не по нашей территории ходят, а по ихней, так что простить можно еще. Ну, давайте быстрее ходите. Эти свалили куда-то. Вот там кто стоит. Мне что-то вот не очень нравится то, что они так шныряют по нашей территории. Или это мятежники? Восстание. А тут точно мятежники. Так что иди лови их. Что тебе могу сказать? Я. Куда-то свалили. А, вот вы где. Давай, расчет. Что-нибудь покруче сделаем. Так. А везде одинаково. Как-то быстро они. Убиваем пленных. Не надо. Не нужны. Спасибо. А, так, где-то там еще какие-то гопники были. Вы, по-моему, да? С кем вы там воюете? Со мной, что ли? Свалили. Македония. Ну, мы уже их тут немного накажем, если никто не возражает. По яичишкам его, да? По яичишкам это хорошо. Ну, пацаны, ну так надо было. Сейчас посмотрим, что там соотношение с Македонией.
Макеедонца. Ну, вроде никто не сагрился. Вот эти пацаны что-то там начинают. Что-то мутить нехорошее. Но... пока неплохо идем. Пока весьма неплохо. Или может реально тут продвинуться как-то. Они просто так расположены, что... вот мне вот эту часть отхапать, это было бы вообще идеально. А потом уже и... окончательно Францию дожать. Чем там, торгуем с вами? Блин, неплохо торговля идет. А вот с вами? Что-то как-то поменьше даже. Конфедерация галлов. Нет, давайте галлов уже тогда. Поднимем немного общественный порядок в наших городах. Вот так вот, пока бабосик идет. Так, тут вот это вот отстроим. Чё у вас с общественным порядком? Ну, вроде все неплохо, да? Чё вот здесь? Тут что-то... а, да-да-да. Помню, с предыдущей серии там ставили здание. Так. Ты сюда маршировал, да? Так, давай, продолжай. Да, все, у нас бабосика больше нету. Так, на походный шаг. Переключить я не смогу. Братан. Брат, братан, братишка. Что здесь? Здесь тоже отстраиваться еще три хода. Кто там? Кто там покрикивает? Ты что ли? Что ты хочешь? Клиники власти у кого? У тебя? Давай качнем. Кто еще? Кто еще не прокачан, а? Вроде все прокачаны. Ты, братан? А ты вообще-то солидат, да? Я не понимаю, у кого тогда? Где? Где они? Бойцы мои. Ну, где-то отвоевал там что-то, да? Ну, точно. Заебись, кач идет. Так, до города ты уже не дойдешь, я смотрю. Ну, все. Ждем следующего хода. У нас доход 5686. Это очень неплохо, это... так, у нас здесь мятеж, походу, поднялся, да? Кто-то там выступать начал. Ну ничего, погоняем этих мятежников. Не тяжело. Что-то тут происходит. Надеюсь, спартанцы там нам армию не травят. Ну, вроде мы с ними в хороших отношениях. Не должны еще шторгуем. Где? Что? Ты? Какие-то бомжи на нас пришли. ,96 давай. Казним пленных. Такой вот я жестокий. Угу. Так, здесь общественный порядок. Так, ну то снижает общественный порядок.
вот это качнем. Что здесь мы можем? Ну, короче, везде отстраиваем для общественного порядка. Ну, потому что это надо. Мне вот не хочется просто, чтобы в тылах мои где-то что-то кто-то засел. И там бунтари, которые мне сейчас нафиг не упали. Ровиски. Так, еще раз глянем на карту. Че вот эти пацаны мутят? Не-не-не-не-не, хотел на карту взглянуть. Вроде пока не расширяются. Так, эту армию я поведу сюда. Отсюда вот сюда поведу. Ну да, двумя армиями буду действовать. Так что надо, наверное, опять набираться. И подводить к границам их как-то. С какой бы территории начать бы? С нижней? Только... Нет, у тебя топ. Давай, топай сюда. Угу. Федерация галов здесь стоит. Может, так далеко не уводить. А сразу вот, допустим, сюда ударить куда-нибудь. Хорошая идея. Здесь у вас солдаты есть? Этот город так-то побольше будет. Да, они тут могут нам там все подпортить. Эти ребята. Давай сюда даже походным шагом подведем к городам наши войска. Так, этого сюда. Этого господина сюда как-то. Надеюсь, мы не просрем вот этот город. Угу. Ну и здесь вообще войска как-нибудь поднанять бы немного. Все, давайте уходить уже отсюда. Сейчас переключимся на нормальный шаг. Так, что у тебя по войскам? Нет, по войскам именно. По войскам, да. Угу. Именно. Чтобы захватить Галлию. Там у никого. У нас тоже вроде как все потихо идет, да? Тихим ходом. Что-то строится тут. Ну, общественный порядок будет нормальный зато. Так, из следующего хода у нас какие-то новые исследования уже будут. Я думаю, может даже в Англии что-то вот... Какие-то войска разместить. Не знаю, что у них там по армиям. Но я думаю, это будет тяжело. Если мы сейчас им войну объявим. Я даже отдельный сейв сейчас создам. Потому что, ну, ближайшие... Хода 3 точно. Вот 4 там, может, каких. Так, все, сохранился. Назначение какое-нибудь сделать мы можем. Так, развод. Что ты можешь? Найденыш. Это бомж. Не. Все. Больше нам не надо. Конец хода. Эдикты издавать мы не будем пока что. Так, что-то римляне тут выхаживают. Не очень мне это нравится. У них, по-моему, даже права прохода нет. Так что мы можем спокойно въебать. Эти пацаны что-то тут с городом мутят. Ты их не враги, наверное, может, нет? Просто если мы сейчас сдрючим, то...
Это кто? Сиракузы. Ушел ты в очко, мне сейчас с этой войной разобраться. Да-да. Угу. Что это? Технологии, защитные поселения. Неплохо. Да, и пошел он. То есть здесь на критическом уровне, да? Влияние помоек. Общественный порядок, заход. Вот это. Опять же, помойки будут, да? Так, хули здесь Рим шляется? Мне им что, войну объявить? Где эти римляне? Обоссанки эти. Что-то они там вообще уже зажаты со всех сторон, эти римляне. Я чувствую, зря я сюда войска увел. Что они еще мне тут нужны. И вот здесь вот что-то, да? Динуя. Ай, блин, то я здесь и отстроил. Обидно, печально. Может, еще раз восстание подавить и... Сразу в плюс пошло. Не знаю я. Где там еще раз Рим? Может, реально этих бомжей просто объявить им войну? Come then, speak. The Senate will consider what I hear, but you must speak. Ай, ладно, не нападают и не нападают. Эти тоже вроде как нейтральные. Это нам не надо вообще строить пока что. А, вы кто? Последователи Каммы. Таких же нету. Давайте по флагу найдем. Какая-то синяя хрень там. Да ладно, ну это ж не галы. Это ж какая-то другая фракция. Или это мятежники? Вы кто вообще, пацаны? Ой, да ладно, разберемся. Блин, зря, наверное, походил так. Ну, в любом случае, со следующего хода уже будет что-то... Что-то видно, да? Давай войска подводи, блин. Так, ну а ты подводи войска. Ты ходить что ли еще не можешь или что? Понять не могу. Тут что-то непонятное. Сюда топай. Тоже нанимайся. Нормально. Еще наемничков возьмем. Наемнички — это дело хорошее. Все, опять мы без бабосика сидим. Восстание там нигде не намечается, нет? Можно было быстренько подавить его. Да, долго-долго. Что ж поделать.
Ну, такие топовые войска мы соберем возле их городов, чтобы сразу там за один ход можно было три города взять, там, добротно отжать. Так вы галы или кто вы? Понять не могу. Чего тут возле моего города засели? The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you. Оборонительный союз за 100 монет. Все. I spoke with an honest tongue and trusted Я даже право прохода могу отменить, если очень попросишь. Все, мне сейчас войска уже нужно критично. Просто критично. Стираться галов. Типа пацаны мне вот не очень нравятся. Вас сколько? 10. Нас. Хай пацаны откармливаются. Я так думаю. Все, сидит тут. Сюда иди. Не-не-не-не-не-не-не. Разлад не надо. Иди разведай просто. Какая-то деревушка маленькая. Там вроде поднанялся уже немного, да? Нанимайся еще. Не, что-то у меня очень много конницы. Так вот, вот этих пацанов. Ладно, еще один ход. Потерпим. Что-то для общественного порядка тут делать не приходится. Это до хрена стоит. Ой, да вот сейчас все будет, господи. Что я переживаю? Здесь тоже. Будет общественный порядок на норме. Давайте это. У вас тут что? Какие-то помойки. Не, помойки нам не нужны. Что в этом городишке творится? Просто стоит заброшенный, да? Чисто бабосик нам приносит. Ну что, меня устраивает. По карте. Ну, не растут и не растут. Нам же лучше, да? Так, тут ударим. А там крупных городов нету или есть? Ну это такой боль. Нет, это тоже какая-то деревня. Вот, вот то, что нам надо. Что я и хотел доказать, как говорится. Туда есть поконкретнее надо затариваться. Побольше расширять. Угу, эти свалили. Ну, пускай валят себе. Мне не очень нравится, что там эти галы засели. Этого пацана очень сильный удар придется. The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you. Мы с вами не торгуем. Вы кто такие вообще? Договор не нападений. Вы еще сагритесь на нас, блин. Вроде так не воюем. Че вам? Договор еще какие-то составлять. И нападение. Без боя готовьтесь к неизбежному. Шестьдесят отрядов одновременно. Добро. Чего у тебя там за армия? 19 из 20.
Я понял. Нанимаемся, значит, еще. Может, еще конница какой? Нет. Копья нужны нам. Ты, кстати, братан, тоже можешь куда-то идти и наняться. Сюда, например. Если что, потом сюда ударишь. А ты именно вот целенаправленно сюда пойдешь. Так, здесь разведали. Что здесь? Какая-то тоже деревня или колхоз. Роззаход 2. У меня уже 18 штук. Куда мне их девать? Тоже общественный порядок поднимаем, да? Даже вот так можем сделать. Так. Чё у нас сверху там творится? Помойте, типа, помойте. Здесь что? Три хода. Подождем, да? Ну тогда, блин, нужно войска так конкретно собирать. Может, наемничками? Слышь, братан, давай назад, может, топай. Здесь восстание могут поднять. Да, конец хода. А может забить на все и начать сейчас войну? Ну как мы тут удержимся? Вроде должны удержаться. Так, денежки мы потратили. Вроде с пользой потратили. Да, конечно, эти македонцы мешают нам немного. Все, еще раз сохраняюсь. С еще хода я начинаю войну. Ну или через один. Посмотрим сейчас. Ну, реально сейчас посмотрим. Так. Конец хода. Угу. Заверните, пожалуйста. Да, эти голы реально напрягают. Ну просто как-то мы тут сами должны все решать. Считаю. На, свалили. Возле нашего города Динуя стали. Мне это не нравится. Как бы они там сами нам войну не объявили. Так не вовремя, знаете ли. Ладно, допустим, мы сейчас Диную потеряем. Но мы же потом ее отобьем. 13. 7, считай как 20, да? Собрать, что ли, здесь войска еще? Можно. Блин, не тех нанял. Хреново. Нет, уже следующий хода. Так. Нам в любом случае эти два отряда надо будет сделать со следующего хода.
Может, нас побольше так-то будет. Подожди, еще немного восстановись. Подкрепись. Все, слушай, может, хорош отжираться уже, а? Да и ой, да нам наемников хватит и. В случае потерь. Сюда топай. Так, где там этот? Угу. Чем мы еще можем сделать по максимуму? Так, там укрепились. Тут все нормально. В городах общественный порядок растет. По крайней мере, не падает. Тут тоже вроде. Нормально, даже два хода осталось там до постройки полной. Фле, вообще там никто уже не трогает. Забыли про него. Нет, давайте не будем тратить деньги сейчас. На всякое лишнее. Нарушитель. Кто? Еще раз. Царские стифы. Царские стифы. Что это они хотят от нас? Царские стифы. Гопники какие-то. Давайте их, может, задобрим немного. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home, after all. Военный союз? Нет. Торговое соглашение? Не хотят. You bless our meeting with these terms. I will show wisdom and accept them. Все равно что-то они такие, да? Пацаны не очень, ну хотя бы желтые стали. Ладно, давайте поднимем ремесло уже тогда немного, раз уж мы потратили за этот ход. Все, конец хода. Ну, чтобы они так из-под тишка не напали уже на нас. Угу, эти куда-то там отплыли. Ребятюня. Давайте полегче как-нибудь, а? My ancestors have spoken well of you, and so we offer a treat. Все, давай. Другие вожди, другие вожди. Давай тебя. Ну, этот поднанялся уже нормально. Вот эти там что-то 19-20. Надо будет потом войска возвращать. Угу. Just do it, man.
это мы отожмем, чтобы у нас вот здесь не отжали. Ой, да это построиться нам хватит. Так, это сюда подгребли. Тоже все нормально. А, это уже не наш город. Ребят. Сюда. Ты. Обычный шаг. Поднайми немного отрядов себе. Угу. Так будет повыгоднее нам. Ну, тоже вроде стоит все на месте. Кушать не просит. Ну, это вообще так пятачок там нормально расположенный. Так, это мы, получается, один город захватим. Один, два и три. И у них останется вот этот, вот этот, вот этот. Три города. Четыре города. С этим мы справимся. И где-то тут пятый еще. Вот туда бы их отжать. Вы тоже так, знаете, время не тратьте зря, просто берете и нанимаетесь. Ага. Тебя максимум. Пусть тебя хватит. Все, с следующего хода начинаем войну. 11-й сейф. Все, конец хода. Блять, что-то денег мало стало дохода. Неважно. Разберемся. А, ну конечно же, войск поднанял так себе, так поэтому и мало стало. Чё ж я хотел? Угу, эти уже тут, да? Возле моего города трутся. Но Медиалана потерять мне не хочется сейчас. I have talked to a wise woman and all speak of a treaty. Снизу мне тут не нравится, их что-то тут очень много. Боюсь, мы тут можем проиграть снизу. Так. Ready for orders. Ну, в теории. 13, 19. Так, это получается 23, 30, 32 где-то, да? We need good fighters. I live to serve. Set up a watch. Ready for orders. Сколько у тебя там пацанов? 10? У тебя станет побольше. Возвращайся в город. Стой, сюда иди. Ты в город зайти можешь? Зайди в город. Его здесь нанимай. Так, мечников у тебя дофига, да? Угу. Fight with us. It's a good life.
Ну, с следующего хода точно. Ай, так. Тяжело как с вами, да? Ой, все, надоело. Давайте, подходите. Строиться сейчас не будем. Что мы еще можем сделать? Чего вроде не упускаем, нет? Один сейчас-то вот нам пропустить вот надо было. Просто снизу их очень много сильно скопилось, так я побаивался. Угу. Отступили. Давайте подгребли. Ну отлично, пока они сейчас отступили, мы сейчас и ударим по ним. Снизу пока от обороны сыграем, а сверху наступаем по всем фронтам. Ну чё, с Богом? Сколько у вас? 13? Вот так. Всё, войска... деньги не тратим. Чё, погнали? Начинаем войну. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and ha, ripe women to ease other parts. The storm is coming. Так. Захватывай. Оккупируй. 72. Максимально быстро делаем это все. Так, прокачиваем тебя. Отлично. Можешь даже в следующий город идти. Что мы, наверное, и сделаем. Так. Ладно. Чё здесь за... какой-то гарнизонный город. Ладно, неважно. Ебать. Отступаем. Так, ладно, тут у меня немного не получилось. Пока нормально. I live to serve the people of Britain. Ready for orders. On the move, lads. Moon goddess guide my steps. Get moving. Move out. Немного не успевает. Оккупируем. 75. Оккупируем.
try. Полководца качаем. Так, тут мы так знатно отвоевали. Сюда иди. И меняться я пока не намерен. Тебе наемников. Сюда подойти можешь? Все, просто изничтожаем их. 97. Убиваем пленных. Догоняй. Убивай. Возвращайся. Не успеваешь, да? Ты поднимаешься. Угу, не успеваешь, понял. Так, ты здесь уже отвоевал, да? Тебе б наемников дать бы. Чем мне мешает? Все, оккупируем. И распускаем потом наемников. Тут нам столько много не надо. Там нам питание как-то производить уже начинать. Ну-ка взглянем на карту. Да, мы галов уже так поджали. Кто? Воюете с нами? Эти вроде неплохо к нам относятся. Эти тоже. Все, выжимаем тогда галов отсюда. Вроде выжили нормально. Все еще хода еще больше выжмем. Из них соков. А, наемничков. Наемничков распустить. Кого бы? Вас, бомжей. Чтоб бабоська побольше у нас было. Тогда уже вот этих. Все. Что-то денег мало стало. Ну, естественно, блин. Так вот, кого-то там есть навыки неприсвоенные. Кого у тебя? Нет, не у тебя. У тебя, может? Нет, не у тебя. У тебя? Не у тебя. У тебя. Не успеваешь, да? А, что-то я там тебе еще не присвоил, да? Вот это присвоим. Заморачиваться особо долго не будем. Шпион наш пошел. Да, еды что-то у нас маловато стало. Ну то зима. Не урожай, наверное.
The sword was drawn. Галы хотят мирный договор. End this feud. We offer peace. Ну блин, я бы еще вас немного отхватил бы. Нет, давайте мы вас еще немного потеребим. Вот так вот, значит, да? Авторасчет. Ну, война не бывает без потерь, как говорится, да? Вот так вот, значит, да? Ничего. Разберемся. Я даже Геную вам готов отдать. Хотя мы там отстраивались, вроде как. И просто оккупировали ее. Фига себе у нас потери. Галы не хотят с нами воевать, потому что они проигрывают. Так, 83. Оккупируем. Так, меня больше что там снизу интересует. Сюда. Что-то у нас пищи реально мало стало. Сюда. Кого знает. Что-то какие-то исследования у нас идут тут, вроде как. Не, ладно, давай на нашей земле тогда побудь. Так. Чё я хотел? Посмотреть на карту, что там с Галией у нас осталось. Вот так вот мы их выжили, да? Сейчас вот этот пятачок отнимем у них и все. Конец хода. Высокородный олень. Кто там олень? Кого оленем обозвали? Ты олень. Ты не олень. Ты олень. Ты не олень. Вроде как присваивал что-то. Все. Блять, да чё пищи так мало-то стало, а?
Давайте эту проблему решать. Вот здесь. Чё с пищей? Ничего с пищей. Все производится. Без понятия. Сноси. Чуть на производство поставим. Без понятия вообще. И вот после этого можно мирный договор заключать. Я с этими пацанами еще не походил. Че, извините. Отступить можно? Так, хотя побольше шансов. А давайте попробуем. Вообще без понятия, что получится. У нас вроде как флот побольше. Потолще. Ни разу не играл еще в море. Может, выживут. Может, не выживут. Их очень мало. Очень. Наших. Как мы здесь воевать будем? Кто-нибудь мне объяснит? Вообще без понятия. Копия, давайте как-то. Так. Ну, спереди вообще пойдете? Не знаю, вот так. Подожди. Вот так вот, вторым взводом вас назначим. Сюда для начала. Ага. А вас третьим. Как-то вот так. Ну, второй взвод у нас будет впереди всей планеты, как говорится. Третий. Немного позади. Генерал еще раз позади. Чё, давайте начинаем. Ускоряемся. Ну, сразу на генерала ихнего прыгаем. Без понятия вообще, что получится. Так, где наш генерал? Наш корабль берут на абордаж. А мы ихний корабль сейчас возьмем на абордаж. Наши остались без снаряжения. Наши бегут с поля. Победа. Завершаем битву. Раз уж мы их победили. Генерала ихнего просто сдрючили и все. У нас потери 57. У них 127. Что-то как-то вообще изи было. Так, ну хотя бы мы спасли один отряд своих. Вот так вот. Каждый, кто посунется. Че, сейчас мирный договор обсудим тут. Все у нас будет. Как говорится.
сих пор пищи очень мало почему-то. Ой, да давай иди отсюда уже. Бери тот город. Не понял. I live to serve the people of Britain. А вот так. А вот так нормально. И потом расформируем наемников. Оккупируем. Так. Все, давай наемников поменьше. Нет, давайте самых раненых наемников поменьше сделаем. Нет, этих я не хочу пацанов отдавать. Ладно, давайте этих отдадим. Еще улучшать можно каким-то макаром. Угу. Как мы там делали? Ctrl-N, по-моему. Ctrl... Так вот. Так-то у нас войск и мало получается. Война дело такое неприбыльное, нифига. Попробуем. Потом еще донаймемся войсками. Взяли мы большой город. Все, наше. Сносим. Не, лучше перестроим. Дайте уже пищу мне. Так, галов мы почти отсюда выжили. Еще кидаться на них нас пока не хотят. Может, мы на них пойдем тогда, а? Как считаете? Или никак? Вот, давайте подведем тогда. Попробуем ударить как-нибудь с моря. Сколько у вас тут? 10. 19 не сможем. Лучше назад отгребу. Ну что, я в принципе сделал все, что хотел. Так. Где там галы эти? Низкий. Не хочет вообще ни в какую. Хочет уничтожиться. Конец хода. Наемники. Что с наемниками? Наемников дофига. А мы сейчас так сделаем. Оп. Нет, никак. Распускаем. Распускаем. Еще побольше их распускаем. Наемников этих. Много нам не надо. Вот
так вот. Объединяем в один отряд. Пацанов тоже. Нет, этих мы не можем. Ну что-то в этом духе. Так. Ready for orders. Угу. Конницу тоже мы в одну тогда объединим. Да, жратвы нету. Бабоса тоже. Чё не поделаешь, придется немного потерпеть. Я не думаю, сейчас они нападут. Торговое соглашение. Что до хрена с кем воюете? Как вы будете торговать с нами? Не, конечно, я мог бы, блин, но... Чё галы делают? Ничего не делают. Давайте лещи. Ну-ка, давай-ка удивляй. Чё он там ранен? Так, ну все, вроде хавчика нам хватает. Честный порядок. Ой, я не то имел в виду. Ладно, зато будет, пускай. Что у вас тут? Здесь пока ничего не улучшаем. Нету денег, нет жратвы. Откуда можно войска увести? Отсюда, наверное, нет. Что в этом городе строится? Нет, отсюда я пока войска убирать не буду. Отсюда тоже нету смысла их убирать. Тут пока не страшно. А может нанять все-таки кого-то? Ага. Вот сейчас мы тут пищу, наверное, и настроим себе. Так вот. Братаны, я вот даже не знаю, как вам оплыть тут. Я не знаю вообще, как вы тут поплывете. Может, хватит этот кусочек? Чьи это земли вообще?
Алалия. Это наш способ выживания. Алалия. Алалия, алалия. Нихера себе. На самоны какие-то. Это остров Корсика. Можно, можно. Эти разбились уже. Вроде еще торгуем с этим пацанами. Не знаю, мы можем высадиться на землю и нанять там наемников просто. Это станет нашей территорией. Корсика. Островок этот. Нет, давайте тогда уже галов этих тут дожмем. Соберем войска. И ударим по ним. Так. Давайте крутых пацанов наймем уже тогда. Конец хода. Посмотрим, что будет. Потом опять подвосстановим экономику. И опять на кого-нибудь пойдем. Нехорошего человека. Правда, эти пацаны нормальные были, но они что-то мне вот как-то вот все перегородили. Я пошел бы на других, но что-то не захотелось. Ой, да давай уже. Торговая так торговая. Кто там готов наши войска возглавить? Да, давайте что-нибудь, чтобы пища была, сделаем. Это отнимет у нас пищу. Это мы развить не можем. Зато пища 9 будет. Ладно, хотя бы не пухнем от голода. Хотя бы запас какой-то есть. Не знаю. Не знаю. Так, мы на тех пацанов вообще пока соваться даже не будем. Воюем с одним государством пока что. Так, не хочу я тут строиться. Не хочу. Не хочу и не буду. Так, карта мира. На самоны. Welcome, honored emissary. Объявляем войну. And I will answer. Any glory you buy with blood will soon tarnish. Ой-ой-ой. For you are a people without honor and worth.
Так, тут вроде все нормально. Следующий ход еще поднаймем. Сколько у вас? 20? Фух, это будет сложно. Вот так вот. Собираем армию так на двоих. Ладно, давайте уже тут полностью распустим. Как-то мы их там улучшили. Ладно, я думаю, на этом можно завершить нашу серию. Неплохая серия получилась. Там, может, немного долговато, затянутая, но... Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайк. Ну, а с вами был Зазепа. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, удачи и пока.